Венгрии построили самую высокую в мире башню из конструктора Лего, установив тем самым новый рекорд книги рекордов Гиннесса. Ее возвели в Будапеште напротив собора Святого Стефана. Строительство башни началось на прошлой неделе в среду. В нем участвовали несколько школьников и сотрудники детской компании Lego Group. Их цель состояла в том, чтобы побить текущий рекорд, установленный в США. Этот современный обелиск позади нас показывает, что благодаря потраченному времени, вложенным инженерным знаниям и трудолюбию, мы можем обратить внимание на то, что это одна из самых красивых площадей Будапешта. Я надеюсь, что мы сможем установить новый мировой рекорд. И если это произойдет, то мы сможем привлечь в Будапешт еще больше туристов. Сегодня в Венгрии магазин Лего в Будапеште установил новый рекорд Гиннесса — 34 метра 76 сантиметров.